В местах лишения свободы усилили защиту конвоя. В первую очередь речь идет о женщинах. Тюремщикам стали выдавать брелки-сигнализаторы. Такие меры приняты после убийства женщины-надзирательницы в СИЗО в прошлом году. Об этом рассказал новый начальник Южного регионального управления по вопросам уголовных наказаний и пробации Александр Малахов. Приобретаются всевозможные средства защиты, как индивидуальные, активные и пассивные. Вот. И в изоляторах для женского персонала выдаются, закупаются так называемые сигнализаторы у женщин. Ну, такие вот брелочки. Нажимаешь в случае опасности, и он начинает очень-очень пронзительно и громко издавать звук. И уже как бы люди ориентируются, ну как бы, да, сотрудники на этот сигнал и обеспечивают безопасность. Ну, то есть могут своевременно принять решение, так как произошло это, скажем, в тот день.